Инновационный технопарк открыли в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова. На новой площадке представители науки будут продвигать и коммерциализировать свои научные разработки. Здесь также планируют проводить коворкинг-мероприятия, лекции и неформальные обсуждения научно-исследовательских проблем. Технопарк будет работать в новом лекционном зале имени Альбины Котовой, основателя микробиологии в Казахстане. К слову, при выборе дизайна проекта свою лепту внесли сами студенты вуза. В нашем технопарке есть и кухонный уголок, и комнаты отдыха различные. То есть это позволит как раз вот проводить научно-исследовательский такой, скажем, брейншторм в такой свободной, неформальной остановке, что в свою очередь, я думаю, приведет к развитию креативных идей у молодых ученых. Сегодня же в университете состоялось открытие еще одного лекционного зала. Модернизированная площадка посвящена заслугам 23 ведущих академиков страны, которые внесли вклад в развитие отечественной науки. Все эти инициативы, говорят представители вуза, осуществляются в рамках предстоящего 95-летнего юбилея учебного заведения. Те проекты, которые мы сегодня реализуем, они сделаны по уже ультрасовременному стандарту, на уровне, так скажем, мировых стандартов с различными зонами. И все делается для того, чтобы было удобно, комфортно творить, создавать и реализовывать наши проекты.